Да, я рассказываю вам эту историю, но это не значит, что в конце ее я останусь жива. Это одна из тех историй, где все вышло из-под контроля. Все великие бизнесмены начинали с малого. Это Бен, он окончил Беркли, учился на двух факультетах бизнеса и ботаники. Кажется, нам крупно повезло. Благодаря ему в 99 случаях из 100 бизнес существует вполне мирно. А когда выпадает один из 100, тогда в игру вступает Чон. Парни, рук вы не пачкаете, молодцы. Но теперь картели движутся на север. Они бы не отказались от пары упаковок Бен и Чон в своем ларьке. Я вас люблю, мальчики. Теперь нас трое. Да, они оба мои. Мне нравится ваш подход. Предлагаю партнерство. Не думаю, что у нас получится. Ничего личного. Боюсь, наш клиент воспримет это сугубо лично. Мы научим их уважать нас. Я нашла их слабое место. Вот черт. На вашем месте я бы лучше согласился. У них наша девушка, и я готов на все, чтобы вытащить ее оттуда. Ты ранил агента ФБР! Убиты семеро моих людей. Я же предупреждала, что они придут за мной. Стоп. С твоей историей любви что-то не так, детка. Ты позволил им решить, что ты слаб. Рано или поздно тебе придется их убить. Особо опасные. Смотрите в кино.